Экстренное включение, смотрите. Хочу зайти на свой любимый поисковик. Набираю гугл, набираю, да? Интер жмем. Чего? Ну и чего? И чего? И, собственно, чего? Чего? Вот чего? Вот чего, да? А Google-то и забанили. Представляете, как в России жить? Опять там Роскомнадзор бесится. Мало того, Google забанили, а еще YouTube забанили. Вот. Сегодня 8. Ну, почти 9 часов. 9 часов, 17.05.2018. Что делать-то, я прямо не знаю, да? И синхронизация с Android не работает. Наверное, и Play Market не работает, ни хера не работает. Вот те и Telegraph блокируют они, да? Ладно, блокируют Telegraph. Ну, я пока какой-нибудь другой сайт открою. Вот, например, Mail.ru я хочу зайти вдруг. Mail.ru. Вот. Алишер Бурханович Усманова. Ну-ка. Вот. И все прекрасно работает, да? Видите, чудеса какие творятся, да? Раз, и тут вот про санкции Трамп пишет, да? Еще что-то там хрень всякую, да? Не, может, я что-то ошибаюсь, да, и все лучше, чем я думаю, да, сейчас. Ну-ка. Ну-ка. Ну. 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 Ну и где Гугла? Где Гугла-то? Нету, нету. Нету Гугла нифига. Ладно, ладно, хоть, может быть, я на YouTube зайду, посмотрю там нарезки про озон или посмотреть. Ютуба. Вот. Работает. Да. Настройки не работают. Офигеть. Нет, ну я все-таки в Google хочу. Google. Потому что мне нужен Google Drive. Давайте еще раз. Ну-ка, смотрим. Смотрим, да? Смотрим, да. Ждем, ждем, там, смотрим, давайте. Вот Google.ru, все честно, все правильно, да? Google.ru. Все, видите, чудеса. Чудеса Роскомнадзора. Вот, вот такие вот они бывают. Чудеса Роскомнадзора. Надо VPN ставить. От Холлы, например. Не знаю, от кого еще. От кого-нибудь VPN там в Google Маркете в этом. А он тоже, наверное, нифига не работает, да, в этой. Chrome Market, наверное, тоже не работает. Он тоже на тех же хостингах. Вот такие вот дела пока. Подождем твою маму.